Здесь среди зимы раздаются птичьи трели. В набережные Челны из Барнаула приехала выставка «Живая радуга». В частной коллекции есть пернатые экспонаты, насекомые, рептилии и не только. К слову, с некоторыми питомцами можно не только сфотографироваться, но и поговорить. Грациозные и юркие, громкие и яркие. Здесь у каждого питомца свой образ и характер. Зеленокрылый ара издает звуки, похожие на лай, и даже поведением напоминает собаку. А это активная спортсменка, благородный двухцветный попугай Маня. Индийская священная майна. Индийская священная майна, ну, наверное, звезда все-таки нашей выставки. Это птица семейства скворцовых, является прекрасным говоруном. Привет. Не всегда понятно, что это говорит птичка. Говорит наша майна мужским голосом, потому что, когда была маленькая, за ней ухаживал мужчина. Самый спокойный венесуэльский амазон по кличке Зеленый. Он со всеми здоровается, а иногда даже дает себя погладить. Многоцветный лорикет Егор – самый подвижный и болтливый из всех. Говорит в основном с маленькими детьми. Вот почему-то любит детей маленьких. Хищники и зерноядные, экзотические и те, что водятся на территории России. На выставке более 35 видов птиц и такие представители животного мира, как игуана, водные черепахи, скорпионы, пауки, тараканы и другие насекомые. Увидеть это вживую челнинцы могут до 3 марта в Музее истории города. Анна Кондратова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.